Лесенька увидела Ёшеньку. Ёшенька. Что? Лесенька, Лесенька, да. Да. Она не ровесница, но Ёж мелко. Зато Ёж имеет опыт общения с лисами. И не находится в такой эйфории, да? Боже мой. Бедная ёжка, которая сегодня уже набегалась, напрыгалась и без всяких вот этих вот. Да? Лапы. Ну ты же не кошка ими драться. Да? Ты же не кошка. Ты же Леся, лиса Леся. Да, ты лиса Леся, да. Да. Ой, ты, боже мой, да, зуба, ай, больно когтем своим. То разыграла, похоже, малявку. Одрались в месячном возрасте адски просто. Леся вцеплялась в любую его лисенку и пыталась его убить. Да? А все, переросла этот дурацкий гнездовой возраст, когда они жрутся за ресурс. Ёж, она тебя достала, да? Это я. Устали. Бедная Ёж сегодня и работала, и гуляла, и чё только нет. Не столько энергии нет. Что ж ты такая вот вертлявая-то? Ладно, дорогие зрители, я уже вся в опилках. Пойду делами займусь.
Вот такое вам видео. Подписывайтесь на наш канал. Да. Да, да, по мне скачет лиса. По мне скачет лиса. Да, 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 да. Ты мне еще в лицо залезь. У меня там ссадин давно не было.